Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете. С каким настроением вы едете домой? Откуда вы приехали? С какой страны? Вы приехали из Украины. Настроение супер. Все понравилось, все очень. Только уезжать не хочется. Да, уезжать не хочется, но все отлично. Нужно. Скажи, отпуск вам удался у вас? Удался, но мало. Да. Мало. Да, вот вы отдыхали в комплексе Star Dreams. Сам комплекс вам понравился? Да. Да. Классно, шикарный комплекс, красиво. Для семьи, для детей. Отдохнуть, погулять вечером, свежий воздух, все отлично. Все здорово. Бассейны, все, лежаки. Все здорово. Все включено. Апартамент, вот апартамент, который вы проживали. Что можно сказать? Шикарный, чистый, все работает. Wi-Fi, кондиционер, все есть. Все здорово, да? Ну, скажите тогда еще такой вопрос. Вот наша компания Евродом, вот мы с вами познакомились в этом году, встречали вас, провожаем. Вот, нужно ли что-то нам еще корректировать? Или всем довольны встречей, организацией, всем довольны компанией нашей? Всем довольны. Мы довольны. Нам все понравилось. Все здорово, да? Все здорово. Ну, значит, рекомендации мы... Положительные, все плюсы и минусов нет. Отлично. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам большое, спасибо. Ну что, тогда мы вас ждем как минимум на следующий год, а то еще и в этом году, еще сентябрь, октябрь у нас есть. Поэтому, да, мы вас ждем. Обязательно приезжайте. Спасибо. Спасибо. Все, до свидания. До новых встреч. Да, до новых встреч. До свидания.